Это очаровательная девушка, капитан команды «Одио США Агроуниверситет», которая заняла второе место по регби-7 среди девушек до 21 года. Игра в регби – это далеко не все козыри Виктории Щук. В этом году количество занимающихся регби в Одессе достигло цифры 800 человек. И хоть главная команда области «Кредо 63» снова осталась на втором месте, чемпионами Украины стали «Женская отрада» и команда юношей «Одио США Академия». Всего же из 14 команд, представляющих Одесскую область, 11 стали победителями или призерами различных соревнований. К сожалению, не сумела пробиться на Кубок мира женская сборная Украины, которая считается одной из сильнейших в Европе. Но без представителей на мировом форуме мы не остались. Благодаря как раз разработанной программе в Одесской областной федерации, программы регби-5, это регби с флагом, бесконтактная, этот вид спорта стал участником, первый раз пригласили в качестве участника для Кубка мира наши российские друзья. И наши команды, две детские команды, будут участвовать. Проект «Детская лига», где дети могут бесплатно заниматься регби-5, охватил уже 32 общеобразовательные школы. Это в полной мере дает нам надеяться на пополнение национальных сборных одесскими регбистами. Для тех, кто не знает, напомним, сборные Украины составляют преимущественно из игроков одесского «Кредо» и харьковского «Олимпа». Мы выполнили все те задачи минимум, которые мы перед собой поставили. И в спортивном плане все наши команды сохранили, скажем так, завоеванные позиции. Это касается и национальных сборных, и по регби-7, и по регби-15, и женщин, и юниоров. А в организационном плане я считаю, что мы сделали большой шаг вперед. У нас уже есть определенные чемпионаты, в которых отлажена очень хорошая система. И мы вот именно эту системность будем продолжать насаживать в федерации в следующем году. Лучшим бомбардиром национальной сборной Украины по регби-7 в отборочном этапе стал игрок «Кредо 63» Виталий Краснодемский. На его счету 12 попыток. На следующий год Виталий вновь настроен. Бороться и оставаться в топ-12. И сейчас очень ускоренно идет развитие разных стран. Да. И очень сложно там находиться, но мы надеемся, что мы там останемся и будем бороться. В следующем году планируется проведение 83 регбийных событий. В апреле пройдет международная встреча Украина-Молдова. Уже совсем скоро должна стартовать студенческая лига Одессы.